Всем привет! Сегодня я расскажу вам о главных трендах весенне-летней коллекции 2024 года. Итак, поехали! На первом месте это прозрачный силуэт. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на прозрачность и воздушность. Это платья, блузки, топы из легких материалов. Кстати, они станут вашим главным оружием. На втором месте яркие цвета. Весенне-летняя коллекция этого года предлагает насыщенные и жизнерадостные оттенки, поэтому не бойтесь экспериментировать с яркими цветами, создавайте самые смелые наряды и образы. Деним, джинсовая ткань, продолжает оставаться актуальной в этом сезоне, поэтому обратите внимание на джинсовые комбинезоны, куртки, юбки, блузы. Флора и фауна, цветочные животные принты станут настоящим хитом этого сезона, поэтому выбирайте наряды с этими мотивами, чтобы быть в тренде. Не забываем про аксессуары. В этом сезоне особенно актуальны массивные крупные серьги и браслеты, также кольца. Спортивная одежда. Дизайнеры предлагают спортивную одежду с элегантными элементами, создавая стильный комфортный образ. Это касается аксессуаров. Романтика. Не забывайте про романтические детали. Они актуальны. Естественно, весна-лето. Не забываем самое главное про романтику. Романтика это у нас что? Воздушные платья, кружевные вставки, нежные оттенки. Кстати, они добавят вашему образу нотки романтики и женственности. Ретро-влияние. В этом сезоне актуальны элементы ретро-стиля, поэтому ищите вдохновение в винтажных коллекциях, комбинируйте их с современными элементами. Комфорт. Комфорт, я как говорю, это самое главное для девушек, женщин. Это также коллекция этого года. Предлагает нам удобную, практичную одежду. Это что, спортивная одежда, платья, блузки, все, что я сказала, с кружевными элементами, все это входит в этот стиль.